Добрый день! Я рад видеть всех гостей и подписчиков канала 18 соток. Сейчас на улице сентябрь месяц, и это значит, что пришло время сбора урожая, а именно сверхострого перца. В этом году мы собрали очень большой и хороший урожай, и мы хотим с вами поделиться еще одним рецептом сверхострого соуса, а именно луизианским пламенным соусом барбекю. Это вот такой вот густой, насыщенный соус. Очень-очень ароматный. Вот такой вот консистенции. Так, приятного просмотра. Для нашего соуса понадобится 20 зубков чеснока, 1 столовая ложка морской соли, 1 большой лимон, пучок кинзы и яблочный уксус. И самый главный ингредиент – это 1 килограмм сверхострого перца Тринидад Маруга Скорпион с рейтингом в 2 миллиона скобелей. Для начала мы должны порезать и измельчить кинзу. Также нужно почистить от семечек сам перец. Теперь все ингредиенты загружаем в блендер и измельчаем. Теперь добавляем уксус. И измельчаем. Лимон мы измельчаем вместе с цедрой. Режем его на небольшие куски. Только главное извлечь из них семечки. Семечки начинают горчить, так что лучше, конечно, без семечек. Цедра придает супер аромат. Сейчас добавляем еще, потому что все за один раз у меня не помещается. Это, наверное, придется раза 4 загружать в блендер. Килограмм перца не влазит. Под самый верх. Это я загрузил только небольшую часть. Все. Начинаем измельчать дальше. Теперь добавляем соль. Морская соль. Уксуса можете добавлять, ну, в зависимости, сколько вы будете делать соуса. Какое количество у вас будет перца. Если на килограмм, ну, я добавляю где-то 250 миллилитров до полулитра. В зависимости от консистенции вашего будущего соуса. Чем меньше уксуса, соответственно, он будет гуще. И чем больше уксуса, тем этот соус будет стоять дольше. Этот соус стоять может в кухонном шкафу где-то в пределах 6 месяцев. Если в холодильнике, то может храниться больше года. Сейчас мы измельчим полностью весь перец, и соус у нас будет готов. Этот соус не проходит термообработку, это сырой соус. Чем хорош этот способ? Тем, что капсаицин не разрушается. Здесь теряется где-то, может быть, 2%. Будет где-то у вас 98% капсаицина остается в самом соусе. При термообработке в пределах 20, в некоторых случаях бывает до 30% капсаицин разрушается, и острота соуса становится гораздо ниже. При вот таком вот сыром заготовлении соусов капсаицин практически остается весь именно в вашем соусе. Наш соус готов. Он получился вот такой вот густой. Он не жидкий, мы не экономим. Мы делаем, чтобы соус был именно соусом, а не водой. Вот густота его. Такими частицами мелкой фракции. Запах кинзы, запах лимона, запах Тринидад Скорпиона. У Скорпиона такой же запах, как и у хабанера. Только более такой насыщенный.
все эти ароматы перемешались. Очень-очень приятно пахнет. Нереально острый. Острота этого соуса 2 миллиона скобелей. Вы можете заказать любой соус у нас. Мы высылаем в любую точку мира. Посмотреть каталог наших соусов вы можете под этим видео. Там есть ссылки на семена, каталоги семян острого перца. На самом конце там будет выставлено полностью все соусы, какие у нас есть. Высылаем, я же говорил, уже в любую точку мира. Также и ближнее зарубежье, это Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. В общем, везде и везде. Соус делаем качественный. Мы добавляем только те перцы, которые мы указываем в рецепте. Здесь чистый скорпион. Больше ничего мы не добавляем. Мы выращиваем очень-очень много перца. У нас в данный момент 1500 кустов. Это сверхострых перцев. Так что как бы у нас перца в избытке. Так что заказывайте, пробуйте наши соусы.